исторически для Израиля серебро. Это было на чемпионате Европы. А потом, впервые в истории Израиля, медаль чемпионата мира по художественной гимнастике. Это была бронза. Свои победы она посвящала безвременно ушедшему из жизни своему папе, который в свое время ее и привел в художественную гимнастику. А сейчас... Дина Аверина. «Потолок ледяной». Исполнение Дарда Хиля. Дань юниорскому прошлому. Очень такая задорная композиция. Да, оставили это упражнение. Но, конечно, очень много подкорректировали. Очень много усложнили. И очень короткие сроки были для постановки этого упражнения. Да, когда составляли, были очень короткие. Но, опять же, могу сказать, что внесено очень много интересных элементов. Кудесница. Надо же так мяч провести по телу, да? Да, практически в руках не очень долго находится у Дины. Прекрасный поворот. Очень, в кольцо. Да, очень хорошая форма. Ну, смотрите, вот у нас танцевальная дорожка практически без рук. «Держи!» – кричали зрители. И Дина не подвела. Браво, молодец. Молодец. Просто умница. Аверина. Все трудные элементы выполнены, повороты великолепно. Но вот в одном месте была небольшая заминка, где Дина должна была поймать мяч опять ногами.